Доброго времени суток, дорогие телезрители! В эфире программа «Проспект Весна» и с вами ведущий вторника Виталий Тирон. Как вы, наверное, поняли, сегодняшняя тема нашего разговора будет полностью посвящена спорту. Мы будем заниматься спортом и, конечно же, говорить о спорте. Сейчас я был верхом на сайкле. Что это за зверь такой? Как правильно на нем заниматься? Мы спросим у очаровательных девушек, у сертифицированных тренеров по сайклу Ариадны Винокуровой, Светланы Мироновой, Лидии Пехтеревой. Девушки, здравствуйте. Здравствуйте. Итак, расскажите, пожалуйста, что такое сайкл? Сайкл – это у нас специальный велотренажер. Основателем, если чуть-чуть рассказать об истории, основателем был американский велосипедист Джонни Голдберг. Он готовился к соревнованиям и зимой именно не мог заниматься на улице, поэтому придумал такой специальный велотренажер, чтобы заниматься внутри здания. Мы имитируем езду по горным склонам, будем подниматься в горы и спускаться с горы. С помощью вариатора нагрузки делаем искусственный подъем. Тренировки проходят очень интенсивные, девочки очень быстро скидывают свои лишние килограммы, то есть работаем сразу на жиросжигание. Сразу спрошу, а как быстро? Я думаю, и мальчики тоже скидывают. Да, конечно. В среднем девочки в месяц скидывают от 5 до 10 килограмм. До 10 килограмм. Да, очень хороший результат. Очень. Так, а какие вообще плюсы есть от занятия сайкла, кроме того, что сбрасывается довольно быстро вес? Сайкл в основном направлен именно на жиросжигание. Именно когда приходят девочки заниматься именно в этот вид, получается, они приходят с конкретной целью сбросить вес. Сбрасывает вес. Да, конечно, как сказали, уже от 5 до 10 килограмм. Вы все сертифицированные тренера. Да, конечно. Сколько вы уже занимаетесь сайклом? Около 2 лет, да? Полтора года. И чтобы стать сертифицированным тренером, что нужно сделать? Чтобы стать сертифицированным тренером, нужно пройти обучение в другом городе. Лично мы проходили в Москве, в международной школе фитнеса по направлению сайкл. Итак, давайте пройдем сайкл. Можете показать мне, как правильно заниматься на нем? Наверное, я начну. Давайте я вам расскажу. Сюда, чтобы удобнее было. С этого, да? Хорошо. Итак, из чего вообще сайкл состоит? Вообще, каждый сайкл мы должны, перед началом занятия должны настроить под себя. Начинаем с сидения, подходим. Подпишись. Поднимаем ногу на 90 градусов. Поднимаем. Любую? Нет, именно. Правую, да? Нет. Ту, которая близко. Которую вижу, да. И по уровню бедра определяем. Вот вам ровно, хорошо. Хорошо. Сидушку отрегулировали. Да. От руля до седла у нас должно быть примерно предплечье. Измеряем. Не понимаю. В смысле вот так? Вот. От пальца хорошо. До локтя. По-моему, еще нужно отодвинуть тогда, да? Если Нет, можно до кулака даже. Ровно до кулака. Предплечье. Хорошо. Следующее, садимся мы на сайкл. Дальнюю ножку ставим на педаль. Дальнюю ножку. Именно дальнюю. Так, тогда другую. Вот так. Да. Вот. Именно одеваете обязательно. Да, здесь у нас есть такие фиксаторы. Да. Все, нога моя фиксатор зашла. И через внутреннюю рамку перекидываем вторую ножку. Хорошо, и тоже фиксируем. Точно так же мы фиксируем. Основная позиция рук у нас вторая. Когда мы начинаем езду, у нас должны быть стопы параллельно полу, колено смотрит вперед, одна нога давит, другая тянет. Чтобы увеличить сопротивление, мы, получается, крутим вариатор нагрузки. Можете подойти, посмотреть, я правильно все кручу? Да, правильно все. Вариатор нагрузки крутим в правую сторону, и сопротивление увеличивается. Вариатор нагрузки у нас здесь. Крутим в правую сторону, здесь сопротивление увеличивается. Тяжелее становится тяжелее. В сторону минуса, то есть сопротивление уменьшается. Понятно. Хорошо. Поднимаемся, руки ставим на третью позицию. Третья? Колени мы не выпрямляем, колени у нас всегда чуть-чуть согнуты. На руль не заваливаемся. Хорошо. На руль не заваливаемся, работает только низ. Понятно. Если соблюдать все вот эти вот требования, то нельзя, невозможно будет получить травму, да? Я просто знаю, что даже бегать надо по правилам. Конечно, вот эти правила, получается, нужно соблюдать обязательно эти правила. Если вы будете с прямыми коленями ехать, вы будете травмироваться, колено травмируется. Поэтому обязательно мы едем, именно колени у нас всегда чуть-чуть согнуты, нельзя выпрямлять. Такой вопрос. А можно ли вот это все имитировать и на обычном домашнем, вернее, не домашнем, а обычном велосипеде? Да, можно. Да, конечно. Тоже нельзя, оказывается, когда на велике ездишь, выпрямлять полностью колени. Ноги нельзя выпрямлять, то есть колени выпрямляем, на руль мы не заваливаемся, именно должен, а нагрузка основная идет именно на нижнюю часть. И тогда как раз будет эффект лучше. Да, и самое главное, чем больше сопротивления, тем лучше результат. Без сопротивления ездить нельзя, также можете травмироваться. Я думаю, вы сейчас готовы показать нам мастер-класс? Да. Да, хорошо. Давайте все покажем на деле. Музыка. Диджей, музыку. Ритм здесь. Девочка, иди, плюс прибавляем.
Сейчас подготавливаем свой организм к основной работе. Локти положили. Поднимаем пульс до 135. Потихоньку ускоряемся. Двумя ногами работаем. Мозг можно чуть погромче. Хорошо. Обязательно дышим во время тренировки. И еще быстрее. Работаем на жиросжигание. Представляем ровную дорогу. Прямой асфальт. Едем. Давай, 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 давай. Думаем о результате. И поехали. Держим темп. Давай, 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 давай. Еще быстрее. Работаем. Молодцы. Хорошо. Пол плюса. Прибавляем сопротивление. Еще плюс. С каждым разом все лучше и лучше становимся. Чувствуем напряжение. Средний темп уже поспокойнее. Поднимаемся. Третья позиция рук. Верхняя часть расслаблена. Будем делать отжимания. 4 счета. Локти в стороны. Главная задача — не заваливаемся на руль. Придавились. 3, 2, 1. Поехали. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, ниже. Работают плечевые суставы и грудные мышцы. Я просто не могу вас остановить, настолько много энергии у вас, девушки. Большое спасибо, что поделились этой энергией с нами. Приходите к нам еще. Вы зарядились от нас энергией. Большое вам спасибо. Спасибо. Я думаю, что самые внимательные телезрители заметили, что на соседней скамейке так скромно сидит никто иная, как виртуоз-хомосист Алена Подлужная. Доброе утро. Доброе утро. Итак, я знаю... Добрый день, извиняюсь. Да, добрый день. Утро, заговорился. Вы к нам только-только из Италии прилетели, правильно понимаю? Ну, не прямо только-только, потому что это долгий процесс монтирования. Вообще, съемка происходила, на самом деле, в ноябре. А показали только вот в марте. Кто не знает, то ж... Кто не знает... Я не думаю, что многие знают, что у Ольги сейчас появилась новая... У Алены появилась новая строчка в ее резюме. Это она стала участницей телевизионного шоу «Италия ищет таланты». Как вы туда попали? Это было достаточно долгое приготовление. Практически год назад на меня вышли организаторы конкурса вот этой итальянской минуты славы, Italia Got Talent. Они пригласили меня поучаствовать сразу в полуфинале, без дополнительных каких-либо кастингов. Я поначалу отказалась от участия в этом шоу, потому что нужно было ехать за свой счет. И вообще, немножко, наверное, не тот формат, который я преследую в своей жизни. Все-таки хомус — это более такой сакральный инструмент, и более он для оздоровления, либо, ну, по моему мнению, да. А тут как бы шоу. Ну, потом они предложили оплатить мне весь проезд. То есть, когда вы сказали, сказали, нет, так не полечу, да. Вы сказали, хорошо, тогда хорошо, мы вам все оплачиваем, только, хитрые, пожалуйста, какие. Приезжайте, потому что мы действительно очень шокированы, удивлены вашей музыкой, и итальянцы должны просто, Европа должна об этом знать. Поэтому мы пойдем на все ваши условия, только приезжайте. Немножко забегая вперед, как вообще жюри и зрители, увидев то ваше выступление, оценили его? Реакция была очень неоднозначная у людей. Кто-то встал просто от шока, начал аплодировать, кто-то начал танцевать, да. Кто-то плакал, кто-то говорил, что у него какие-то чакры там открылись. То есть люди, равнодушных вообще не было. А зал мне на репетиции практически не давал играть, потому что как только начиналась ритмическая музыка хомуса, все начинали аплодировать и заглушали просто звук. Для них это что-то диковинка, что-то какая-то новинка? У них вообще развито в Италии? У итальянцев вообще есть, по идее, варган, варганная музыка. Варган у них называется у сицилийцев маранзано, но эти традиции уже настолько забыты, что для многих это был просто шок и какое-то вот открытие. Ну, в любом случае, могу сказать, что вы не зря туда слетали. Помимо общей известности по всей России, вы прекрасно выглядите, очень хорошо загорели. Спасибо большое. Все ли могут научиться играть на хомусе? Безусловно, могут научиться все. В этом прелесть инструмента хомус, то, что он подвластен каждому. То есть никаких особых талантов иметь не нужно, да?
И таланты не помешают, например, там как слух, да, музыкальный, музыкальное образование очень хорошо может помочь, чувство ритма. Но если даже человек не обладает каким-то врожденным идеальным слухом или суперклассным чувством ритма, это все равно не помеха для того, чтобы освоить варган. Вы сможете меня обучить каким-то самым-самым-самым азам? Да, конечно. У меня, как у фокусника, всегда в рукаве есть по варгану. Да, у меня в каждом из рукавов сейчас есть варган. Мы видели видео недавно. Да-да-да, магическая магия. И вот у меня магическая магия. Я держу в левой руке. Да. Нужно взять кольцо очень плотно. Вот за вот это кольцо, да, нужно взять прям хорошо. Плотно, да. Но ни в коем случае не давите на деки. Вот на вот эти деки, где уже только начинается... Только на кольцо само. Да, само кольцо, оно вот для этого хорошо, и создано. Хорошо, держу. Если вы будете давить на деки, хомус будет бить по зубам. Так, теперь прикладываем... Хорошо, спасибо, что предупредили. Самый вот, где хомус заканчивается, вот этот вот самый конец инструмента, мы прикладываем к главным зубам. К зубам все-таки главным, прикладываем, конечно. Да? Не хотелось бы. Зубки немножко приоткрываем. Приоткрыл. Покажите мне. Да, вот. Зубки, получается, у нас находятся вот здесь и здесь. Деки для этого созданы. Как бы немножко закусываем его, но не кусаем. Не да. И руку не поплотнее. Да, да, да. Вот так. К зубам прижимаем. Мы вот этой рукой оказываем давление на зубы, иначе звук будет нечистый. И аккуратненько дергаем язычок. Пробуем. Язычок? Да, язычок. Это называется язычок. Не свой язычок. Браво. Еще раз. Брависсимо! Мерси, мерси. Еще. Увереннее. Замечательно. Прижимайте плотнее вот этой рукой. У вас звук тихий, потому что вы не прижимаете. Вот. Звук уже другой. Потрясающе. Поиграем вместе? Осторожно. Ударяем к себе. Пока вначале нужно ударять только к себе. Вот, молодец. Так, ладно, я не буду пугать наших телезрителей своим искусством владения хомусом. Попрошу вас порадовать нас вашим виртуозным мастерством. Конечно, с огромным удовольствием. Хотелось бы сегодня подарить волшебные звуки хомуса, чтобы зарядить энергией, счастьем, здоровьем. Потому что наш хомус самый лучший. Доброго времени суток, дорогие телезрители! В эфире «Проспект Весна», и сегодня самый спортивный день. Сегодня у нас вторник. Есть известная поговорка, что трус не играет в хоккей. От себя хочу добавить, что трус также явно не прыгает с парашютом. И сегодня у нас в гостях явно не трусы, профессионалы в своем деле. Это у нас Виктория Медведева, парашютист-инструктор. Вадим Бакланов, старший парашютист-инструктор, учредитель Якутской городской ассоциации парашютного спорта. Игорь Зданович, президент Федерации парашютного спорта Республики. Добрый день. Так, подождите, я его сниму. Я по секрету скажу, что он не такой легкий, как выглядит. Честно, я думал, что он будет весить килограмм 5, но он весит килограмм 15. Это для мужчин, для девушек. Для начинающих, на самом, для продолжающих? Данная парашютная система предназначена для спортивных тренировочных прыжков. Ограничений между мужчиной и женщиной здесь в парашютном спорте нет. Есть понятие парашютист. Значит, поговорим про эту систему. Состоит из вытяжного парашюта, который вы сейчас бросали. Здесь в контейнере, вот в этом находится основной парашют. И здесь же уложен запасной парашют. Понятно. Также имеется страхующий прибор. На тот случай, если парашютист по какой-то причине не откроет основной парашют прибор на определенной высоте при определенной скорости падения. То есть он считает примерно, сколько ты уже пролетел? Он считывает скорость падения и высоту. Угу. На определенной высоте при определенной скорости он его откроет автоматически. То есть ничего дергать не нужно? Он тебя сам? Да, если ты вдруг забыл, он тебя спасет? На случай нештатной ситуации, совершенно верно, он откроет парашют. Это радует, вот. Это, честно говоря, очень-очень радует. Для начального обучения с такими парашютными системами не прыгают. У них более упрощенные парашютные системы. Угу. Более надежные. Хорошо. Со скольки лет можно прыгать с парашютом?
Ну, вообще, давайте скажу я. Можно прыгать с 14 лет сейчас. По крайней мере, это в системе ДСАФ так. А если брать шире, то в тандеме уже пассажирам дети прыгают с 8 лет. В тандеме имеется в виду, когда ты не один прыгаешь, а с инструктором, да? С инструктором. Тебя пристегивает себе, значит, инструктор. От 8 лет. От 8 лет уже можно прыгать, можно прыгать с инструктором? Да. Да. И у вас действительно были такие ребята, которые с 8-9 лет уже прыгали? Ну, у нас, в частности, в Якутске этого нет, потому что у нас нет даже тандем-парашютов, с этим сложно. Мы сейчас как раз готовим такой проект на грант, о том, что дело в том, что чтобы позволить инвалидам также участвовать можно было, ну, небо стало более доступным. То есть его пристегиваешь к себе, и он может почувствовать то, что человек, ограниченный возможностями, становится с неограниченными. Я думаю, наша сегодняшняя передача тоже к этому как минимум поспособствует, да? Да. Итак, можете примерно показать, как... А, мы его не сможем, наверное, открыть. Вот это у нас... Еще раз, как вы сказали? Это называется вытяжной парашют. В простонародье среди парашютистов мы называем его медузой. Он вытягивает вот это вот звено соединительное. Может, садить? Давайте сюда вот. Давайте, да. Вот. Затем... Вот на ту камеру давайте показывать. Да. Вот в таком положении на высоте находится парашютист, да? Вот медуза выходит и открывает клапана этого контейнера, в котором уложен основной парашют. Понятно. Вот, то есть сам процесс... человек не выдергивает это вот... Вот эту шпильку нет, шпильку. Человек выбрасывает вот эту медузу. Берется за мячик и выбрасывает ее. И уже после этого можно непосредственно... После этого, да, уже происходит процесс снижения под куполом основного парашюта парашютиста. Это не больно? Вот когда ты летишь с огромной скоростью вниз, и тебя останавливает парашют. Нет, это не больно. Это все предусмотрено в конструкции парашюта. Открытие происходит мягко, плавно и безопасно для человека. Насчет безопасности. Наверное, нужно еще какую-то технику знать по приземлению. Конечно. Как долго этому обучаются? Вообще, вот как долго надо обучаться, прежде чем... сесть в самолет и прыгнуть? Ну, вот смотри, Виталий, у нас идет 3 занятия по 2 часа. Этого, в принципе, более чем достаточно для любого человека, который хочет прыгнуть, сделать первый прыжок. На этих 3 занятиях мы как раз обучаем, да, мы показываем, какой тип парашют у него, как он открывается, какие там страхующие приборы, чтобы человек понимал, насколько это безопасно. Также мы обучаем техники ведения себя в воздухе и техники приземления. Что немаловажно, потому что очень часто, да, многие боятся приземления из-за травмы. Но если мы сделаем правильное приземление, соответственно, у нас не будет травмы. Да? Я вот могу показать, да? Да, давайте я буду повторять. Давай. В принципе, все очень просто. Самое главное, да, при приземлении с высоты очень важно соблюсти определенную технику. Да? Когда мы приземляемся, у нас идет... Кто-нибудь хочет прыгать с парашютом, научиться приземлению? Да, давайте мы... В принципе, вам нужно только со мной повторить, да, технику приземления. Повторите. Основная живой, нагрузка идет... Урок. Да, основная нагрузка идет вот у нас... На ногу, не на пятку, а на ногу. Поэтому нам очень важно поставить ножки вместе, прям плотно сжать в коленочко. И вот в таком состоянии прыжок. Мы вот так и приземляемся? Да, мы так и приземляемся. То есть у нас вообще руки на свободных концах. Мы держим. Ножки вместе согнуты, обязательно так, слегка согнуты. Вот мы амортизируем. За счет этого у нас идет как раз вся сила. И мы не сломаем себе ноги никогда. Ножки вместе, вперед прыжок. Можно влево, вправо, назад. То есть неважно, в какую сторону вас потащило, вы приземлились, вот за счет вот этого амортизации мы безопасно приземлились и получили большое удовольствие. То есть как в кино, не надо падать, там перекувыркиваться. Почему? Если вдруг тебя потащило вперед, то лучше упасть, перекувыркнуться и встать. То есть как бы, это же первый прыжок. При первом прыжке же, ну куда потащило, там упал, спокойненько ножки вместе сам было. Упал, и все хорошо. Спасибо. А вы помните свой первый прыжок? Свой первый прыжок помнят все. Можете рассказать? Каждый. Он вообще потом страшный. Вот первый прыжок явно страшный, а потом легче становится? На самом деле это несколько не так. Первый прыжок, он не страшен, он непонятен, потому что не знаешь, что на каких этапах будет происходить. Вот. На самом деле это все неописуемо, словами не передашь, это надо просто взять один раз и попробовать. Все это. И все-таки, да, каждый парашютист помнит свой первый прыжок, это просто незабываемо. А сколько уже у вас прыжков? У меня 1238 прыжков с парашютом. Вот. Прыгать я начал в 91-м году. И как-то привязался. Полюбил небо. Если посчитать, сколько чистого времени вы провели в полете свободно? Не знаю, в среднем 3 минуты составляет прыжок от момента отделения до приземления. Просто умножьте. А у вас? У меня на самом деле немного. Я больше, скажем так, организатор. И потом у нас в Якутии сложно с организацией прыжков, именно с прыжками.
Но у меня 128 прыжков. 128 прыжков? Да. Вы сказали сложно. Что именно сложно? Ну, это, в частности, организация авиационной. Значит, у нас вопрос решить. Вот. По погодным условиям, опять же. Погода, зима. Да. Зима. У нас погода меньше, чем на других парашютных пригодные площадках. Пригодные погоды, да, для прыжков? Пригодные для прыжков. Понял. Погоды, да. А у вас, Виктория? 101. 101 прыжок, пока да. Что, да? Пока, да. Я пока для красивой цифры вы остановились на 101. Нет, я не остановилась. Нельзя останавливаться. Парашютисты любят свои верные, да. Поэтому у нас нет числа 13 там, и так далее и тому подобное. Ну, есть ли какие-то ограничения по прыжкам? Допустим, нельзя там весить столько-то или по возрасту ограничения какие-то есть? Да, конечно, такие ограничения есть. Во-первых, минимальная масса, она задана, значит, самой парашютной системой. То есть мы зависим. Парашютная система – это как самолет. То есть если положено нагрузить минимум, вот, чтобы работала парашютная система, нужно, допустим, там 45 килограмм на десантном парашюте, так. И он именно раскроется и будет работать. А если будет меньше масса, то, соответственно, парашют просто может недораскрыться и падать к земле, будете очень быстро. Да. А большая масса наоборот, то есть парашюта до купола его недостаточно площади, вы превышаете массу, называется большая загрузка, то есть максимальная, да, и тоже быстро приземляетесь. Я знаю, что вы сейчас активно собираете команду от республики для участия в российских и даже международных соревнованиях. Если честно, я думал, что уже какая-то команда есть, потому что довольно много людей прыгают с парашютом. Нет команды все-таки? Ну, как сказать, как бы такая определенная, прям вот как команда от Республики Саха-Якутия у нас нету. Есть многие спортсмены-парашютисты, которые вместе собираются, да, вот выезжают, но это не организовано. Перед нами сейчас стоит задача, действительно важная, огромная, потому что практически каждый город уже представил свою команду на все соревнования, да, от Республики Саха, которые, я считаю, ну и горжусь этим, что мы являемся самой спортивной такой страной, да, республикой. У нас... В принципе, в каждом виде спорта есть команда, есть огромные достижения. Да? Да. Это заслуга нашего и правительства, и наших самих людей. И нам нужно создать команду. Желательно, конечно, чтобы это были молодые люди, которые будут участвовать не только вот, да, на федеральных, но и на мировом уровне. Потому что, я говорю, даже вот маленькие, да сколько они там, не помню. Ну, до 14 лет ребята с Питера занимают первые, вторые места, да. А мы пока даже по Дальнему Востоку не можем поучаствовать. И вот как раз у нас до Нового года, да, по-моему, Вадим, была встреча с Балакшином. Да, да. И у нас как раз стоит у меня такой прям заказ, вот, создать команду, обучить и поехать на соревнования. Сборную команду, да, по парашютному спорту. Цель есть, по крайней мере, уже, цель, да? Есть. Цель, задача поставлена. Задача, да, поставлена. Сейчас будем идти к выполнению этой задачи. Причем дисциплин, чтобы было больше, потому что не ограничиваясь только одной классикой. Классический парашютизм – это приземление на цель. Поэтому у нас очень много. Есть групповая акробатика. Кстати, очень много видов, да, видимо? Очень много подвидов. Я просто представляю, да, что просто прыгнул и приземлился, так приземлился. То есть типа, дисциплина приземления в одну точку, да? Да. Да. Потом групповые прыжки вниз, когда вы какие-то формации, да, узоры, да, то есть очень делаете. Красиво, из двух акробатика. Человек, там, наверное, есть 16, четверки, 4, восьмерки и так далее. Это групповая акробатика. Еще есть какие? Ну, соответственно, есть... Купольная формация есть. Купольный фон, да. Такой вопрос. Может быть, не так много людей, нет команды, потому что это дорого заниматься? Сколько стоит заниматься парашютным спортом? Снаряжение, допустим, снаряжение, явно вот это не очень дешевое. Да, снаряжение стоит определенных... Или, может быть, дают бесплатно. Стоит определенных денег. Вот парашютисты, которые уже опытные, они, естественно, имеют свою личную технику. Личная техника стоит порядка от 300 до 500 тысяч, в зависимости от того, какой парашют, какой тип парашюта. Производитель, соответственно, играет роль, либо это отечественный, либо это какой-то зарубежный. Если вкратце, то вот сколько в первый месяц нужно будет денег потратить, чтобы заняться парашютным спортом? Ну, не обязательно тратить, потому что вот у нас есть Федерация парашютного спорта, которая предоставляет, да, вот, допустим, парашюты типа крыло для своих спортсменов бесплатно, правильно ведь? Ну, то для есть, спортсменов, да. Да, для спортсменов. Хорошо. Допустим, если я хочу скоро прыжком прыгнуть, куда мне нужно подойти? С первым прыжком, да, ну, обратиться к нам. Куда? Мы уже обучим. Это может быть либо Федерация парашютного спорта, либо Якутская городская ассоциация парашютного спорта, которую мы недавно создали, да, в которую... Либо один из клубов республики. Да. Большое спасибо за очень интересную беседу, за то, что научили меня, как правильно приземляться, осталось научиться, как правильно лететь. Дорогие телезрители, на этом наш эфир, к сожалению, заканчивается. Встретимся с вами в это же время, в этом же самом месте. До скорой встречи.